Друзья, всем привет! Сурферы, бездельники, девианты. Продолжаем наши беседы. Много животрепещущих вопросов э, есть сегодня в нашей стране. И вот мы их сегодня обговорим с, в студии с Максимом Вилли. Привет! Привет! Давай начнем с э, такого главного сейчас мейнстримового, такого хайпового информационного потока, который там многие обсуждают. Это офшоры. Вот, вот эта вот новая офшорная скандальная линия, которая появилась после вброса схем значит, об офшорах Зеленского. Вот я видел твой пост и считаю, что это все, в принципе, ну, стухнет. И я с тобой согласен. Вот, вот объясни, почему ты считаешь, почему это стухнет, а я там свои 5 копеек влеплю тоже. <laughs> ну, по одной простой причине. Первое, это мы смотрим электорат Зеленского, да? Для них слово «офшоры» — это ну, мягко говоря, непонятно. Я имею в виду его электоральный костяк. Второе. Сразу вспомнилось Панама Гейт господина Порошенко, его слепой траст и чем это все закончилось. Хотя он был в гораздо худших, в худшем положении. У него была уже меньше поддержка, уже был больше антирейтинг. Но, в принципе, и гораздо сильнее оппозиция. Но, тем не менее, ничем это в итоге не закончилось. Даже среди его электората настолько как они себя считают, намного умнее других, да, там Дяку и вот Помним, 2019 год, интеллектуально более подкованный, но тем не менее мало кто из поклонников Порошенко учел этот факт, и тогда социология не показала каких-либо серьезных потрясений. Следующий э, момент. Но, но ложка, ложка дегтя в бочке меда осталась, потому что ну, Порошенко потом против Шура дорекали. Ну, тем более, что там были всякие факты, как он там в переводил во время Лаваська, там короче. Но это потом уже, опять же, когда он уже не был президентом, либо когда уже было понятно, что он им не станет. Я не думаю, что это был одним из важнейших факторов его поражения. Следующий момент то, что это история 2012 года. При президенте Януковича, вот я вспомнил о том, что это было всего лишь два года спустя, как более 50% избирателей, пришедших на выборы, проголосовали за Януковича. Да, у которого биография была Мама Не горюй с двумя погашенными непогашенными судимостями. То есть, народ наш достаточно терпеливо смотрят э, и на более серьезные э, преступления, я бы так сказал. Офшорами у нас занимались все, в принципе, и, за, и продолжают заниматься. То есть э, еще один момент, то что все-таки он эту часть фирмы, да, которая доля принадлежала ему, он передал э, Шефиру, то есть, э, грубо говоря... Э, я там не знаю, да, досконально его э, декларацию, но, условно говоря, он эту часть передал, и, и этой части у него официально нет. Ну и декларацию он это показал. Да, э, это важный момент, как контраргумент. Ну и, в принципе, сейчас у нас настолько разделенное инфополе, да, то есть тот же Facebook они поделены парахоботов. Я вот читаю там Зрада страшная, там, Шарий случайно вчера там попал. Уже три видео выписал: кстати, э, тяжело в тяжелом психологическом состоянии он находится. Не буду даже сейчас об этом говорить, но это просто запредельно. Если раньше там были какие-то, да, он приводил там, ну, тролль 88 уровня, стоит признать, да, ну, какие-то там расследования, манипуляции, безусловно, сейчас просто последними словами кроет Зеленского и все без какой-либо доказательной базы. Да, вот. Ну и главное, сейчас у нас будет перебивать инфоповод отставка Разумкова. Ну и э, в целом э, СМИ, мейнстримные, да, основные э, телеканалы, они с э, офисом президента дружат, я бы так сказал, даже вот, исходя из моего опыта участия, предпочитают не критиковать. Ну а те, кто э, эту тему поднимают, они за Зеленского и не голосуют. Подчеркну, его костяк для него это не будет э, серьезным э, аргументом, а те, которые Ответы, которые я уже упомянул, они будут для них удовлетворительными. Поэтому максимум там еще неделя, несколько, и все это э, утихнет. Э, рейтинги сейчас у него достаточно э, стабильные, там э, совсем другие вызовы э, перед ним стоят, которые могут э, по нему ударить. Ну и э, даже если там раскладывать, я не буду подсказывать, да, как бы я там делал, да, смещал акценты, но э, вот из того списка политиков, которые я ознакомился, у нас же украиноцентризм, мы любим причисляют, что все инфоповоды, расследования, которые появляются, это исключительно относятся к Украине, я бы так сказал, намного большие проблемы будут у действующего премьер-министра Чехии, который также там в списке и у которого выборы на кону. А у нас выборы еще достаточно далеко, поэтому здесь уже не вопрос недели, а две даже месяц. это поиграет, э стихнет, и там уже будет зависеть э э рейтинг Зеленского совсем от других факторов, в частности, там отопительный сезон, намного больше угрозы там э решения конфликта на Донбассе. Сейчас они будут перетравливать отставку Разумкова. То есть оно просто потеряется на э фоне тех инфоповодов, который создавать, что стоит нужно признать, в офисе президента умеет, ну и Зеленский сам хороший генератор инфоповодов, э, скандалов и так далее. Вот для примера, да? совсем недавно в вот Facebook, который гулял, когда там <coughs> э, неприродным шляхом сексом займался за проводник. Ты помнишь, это? у тебя это было? Э, то есть э, масса, потом появляется... Во сне проводник, пассажир проснулся от того, что ему делают минет. И это так пошло. А потом вторая новость. А потом через несколько дней третья. И оказалось, что эта новость была 2018 года и этот э, пассажир э, э, убрал свое заявление. Но инфоповод, раскачка была очень гуляла у, у меня в Фейсбуке. Я удивился, насколько много людей это перепечатали. То есть такой перебой, особенно учитывая алгоритмы соцсетей, новостной ленты. Я, я уверен, очень быстро это забудут. Ну а э, поклонники Порошенко, они и не голосовали, и не будут голосовать э, за Зеленского. Поэтому никаких серьезных угроз не вижу. Ну смотри, я думаю, что для Зеленского эта ситуация она червата тем что в принципе начинается его э, смещение для части электората смещение вот в, в поле типа он такой же там да вот ты, ты абсолютно прав что те люди которые там в ядре его находятся они... Ну, Юго-Восток это те же... Для, них, ну, не только Юго-Восток, для них, для них это вообще никак не костюм, потому что те, у кого появилась там дорога в результате великого будивлыства, там, впервые за 30 лет, ну, они видят эту дорогу, и они понимают, что там новая амбулатория, либо больница, которая, опять-таки, в рамках великого будивлыства, ли там начинают строить это по всей стране, это полятло доступно, и это решает там какие-то образовые проблемы. Поэтому на тех людей, я думаю, что это особо ли как и повлияет. Но те, кто критически смотрят на Зелецкого, либо начинают там либо начинают ну, злиться -то по поводу действий его, либо его окружения, для них это вот как раз вот появление аргумента, что типа он такой же, там, как Порошенко или как Папа что пользуется теми же самыми инструментами. Хотя на самом деле, опять-таки, офшоры действительно все пользуются там. Особенно учитывая шоу-бизнес. Все граждане понимают, что э, певцы, да, э, тот же 95-й квартал, абсолютно все, они 30 лет работали за, по наличному расчету. Да, эту, кстати, тему уже пытались скачать и во время предвыборной кампании. Я помню, там вспоминали сумки с кэшем. Ну, в итоге 73% все-таки проголосовало. Поэтому я думаю, мимо кассы, не, если бы эти офшорные компании были замечены, да, и покупка этих квартир в том же Лондоне, уже в бытность его президента. Тогда это был бы серьезный повод, а так поговорят и забудут. Но еще, один, еще одно следствие такое, это, или не знаю, фактор. Что эта ситуация, это такой злочок со стороны там, западных спецслужб, там, да, что ну, мы же понимаем, что такие сливы, они проходят э, очень часто при помощи спецслужб, да, потому да. что я всегда задавался вопросом, там, когда на Украинской правде, там еще при Януковиче, появлялись какие-то сливы там, по поводу чьих-то где-то счетов и так далее, но всегда задавался вопросом, откуда, ну, откуда это все берется, потому что, как правило, там просто зайти со стороны, там, попросить счета какие-то, ну это Конечно, всегда, всегда проблематично. Безусловно. Да. Поэтому это тоже, как бы, многие там проинтерпретировали, что это проблема, обозначили там каких-то претензий там со стороны Запада. Хотя, опять-таки, я тоже думаю, что это на фоне глобального этого энергетического кризиса, который сейчас в Европе разворачивается, и куча проблем, которые есть, это, это пока еще вот так вот пройдет. Но давай коснемся другой, другой темы, которая, в принципе, связывалась с этим. Это то, что Зеленский наговорил на брифинге в Трусковце, где слуги собирались по поводу отставки Разумкова. Сегодня, кстати, было уже голосование про 240 голосов у них есть, они даже его, 246. Они помню. отстранили его на два дня, то есть фактически ну, голоса... сейчас че уже обозначен да. голоса есть. Да, то есть они показали, что у нас голоса есть и типа, подготовься готовься к вылету, да. Вот как тебе вообще поведение Зеленского на на этом брифинге и и те месседжи, которые он обозначал, а месседжей было очень много, да, то есть он он выглядел очень уверенно, он выглядел даже нагло там местами журналистами себя очень спокойно вел там и я об этом даже просто написал в фейсбуке, что он журналистов там переиграл, потому что оборачивал там против них каких то аргументы, входил в полемику и журналисты, как правило, ничего не могли показать, выходя там выйти за рамки того тех заданий, которые там дали редактора, потому что журналистов мыслящих, к сожалению, у нас не так уж и много, там по пальцам двух-трех-четырех-пяти рук можно пересчитать. Вот что что бы ты отметил? А, ну я, смотри если так визуально впечатление да если сравнивать его первые пресс-конференции и сейчас это действительно две большие разницы и с точки зрения именно уверенности иногда даже проскальзывала я бы так сказал сверхность по отношению журналистов, которые частично, не, большинство из них ее и заслуживали, потому что действительно ему уже объяснили, да и он сам уже понял, зачастую нужно просто дать им выговориться, они сами спрашивают, сами отвечают, сами запутываются, и в итоге можно просто посмеяться, и как он иронично говорил, дякую за запытание, в принципе, э, комментировать нечего. То, что я бы хотел э, отметить, да, ну, то уже было очевидно, что э, тема э, отставки Разумкова была ключевой, и те инсайды, информация, там же были журналисты, да, которые я читал, э, э, говорили о том, ну и Зеленский проговорился, что к Разумкову есть миллион вопросов. И вот э, главная э, тема по э, признанию слух оф – это было как раз подписание, э, сбор подписей да, за э, его отставку. Э, цель была достигнута. В принципе, я перед э, этой встречей уже и написал, что решение принято. Э, раз подписные листы взяты, в Трусковце все оформят. Мы сейчас видим как раз результат. Вот, как ты сегодня сказал, проголосовали. Причем тут какой момент... Э, как я сказал, в чем ирония украинской политики? Голосовать, помогать, вернее, слугам будут как раз группы депутатские, которые контролируют тот же Коломойский, Веревский, да, там, доверие за майбутнее. То есть олигархи будут, <laughs> они уже помогали, да, помогли поддержать закон против себя, перед которым они якобы должны трепещать, да, и второе, теперь они сегодня, сигнальное было голосование да, за отстранение на два дня, в четверг они помогут сместить главу Верховной Рады, который выступал как раз против этого закона и отправил ее на Вицеанку. Из тех месседжей, которые, которые там не тиражировали СМИ, но которые я бы обратил внимание, что мне резануло слух, это месседж четкий, который посылал Зеленский Путину напрямую о том, что он хочет встретиться с ним тет-а-тет. -а Три-четыре минимума раза это прозвучало. И не только, когда об этом его спрашивали журналисты. И главное, вот то, что я услышал, что он пытался донести, то, что получится результат, которым будет доволен и Зеленский, и Путин, и что якобы Именно окружение Путина, понимая это, что будет неучитываемый результат, по-моему, он так это сказал, именно они мешают организовать эту встречу. Ну и сегодня Пескова уже... Пришлось там э, говорить о том, что ничего подобного, ничего не слышали. Кстати, там окружение э, немного там возвращаясь к теме офшоров, там из окружения Путина очень много, да, э, Алиева, э, там очень много имен, э, которые там которые можно растя растянуть по поводам, переключить э, внимание. Я уверен, точно Не Зеленский был главной э, целью этого э, слива. Вот. Ну, а главное впечатление от этой пресс-конференции, что Зеленский ну, сейчас чувствует себя, я бы так сказал, более чем уверенно. Я бы так сказал, как бы не появилось у него то, о чем многие уже говорят, и мы с тобой раньше об этом отмечали головокружение от успехов. То есть, условно говоря, он теряет берега. И как раз понимание того, что вот тот фактор, который я отметил, что его ключевой электорат, да, они же замеряют социологи, Великобудевниццова действительно дает им электоральную поддержку, положительно отзывается, рейтинги растут. Сейчас основной этот месседж, для чего и было там снятие Разумкова, устранение, укрепление власти, оппозиции скрепление, укрепление своих рядов, потому что там же еще одна э, депутат, забыл ее, мажоритарщица из Киева, фамилия, да, ее тоже собираются исключить. А сегодня еще, э, то есть... Э, начинается зачистка абсолютно, я бы так сказал. Да? Э, э, они считают, что этот закон даст им э, серьезный э, электоральный скачок безусловно общество у нас поддерживает безусловно те, кто не могут вчитаться, да там или прочитать хотя бы комментарии экспертов, юристов, что ну, существует, мягко говоря, много способов олигархам обойти эти санкционные списки и серьезного преследования, там по крайней мере в Украине рисков нет и голосование той же фракции, группы депутатской будет не тому подтверждение до да, Коломойского. Вот. Но э -э мы переходим в тот этап, когда команда Зеленского в целом они уже почувствовали себя такой аналогии с, с, с молодой командой Януковича. Ну а сам Зеленский по ощущениям тот период, как, когда Янукович успешно провел Евро 2012, вот у него великое будивництво, тоже аналогии тоже был большой инфраструктурный проект. Кстати, да, который там э, имел поддержку в обществе. Так что я думаю, будут закручивать гайки. И те процедуры, которые нарушения там, мы видели, о котором говорил Разумков: они прекрасно понимают, что электорат также не понимает. И главное у нас, что они делают ставку на то, что общество для него главное справедливо и посадить богатых. То есть лозунг, инфоповоды они дают, картинку они дают. Поддержка есть, ну а всех несогласных они посылают уже чуть ли не прямым текстом. Ты знаешь, главное сегодня, вот читал ты или нет. Корненко там уже высказал, что Разумкова могут не только лишить, ну то что де факто уже да, в четверг, угу. там это уже вопрос решенный, не только снять с поста главы Верховной Рады, но и лишить депутатского мандата. Потому что там вопрос, он уже не член фракции, да, потому что по законодательству, когда ты становишься спикером и, вице, и даже вице-спикеры, они выходят с фракции, они должны быть вне фракционными. А будут возвращать ли его, опять же, будут голосовать, но там были такие заявления, а если нет, то мы еще и Берком спросим, может, мы его еще и лишим и мандата. Ну, он там вроде заявление написал или напишет по вступлению в фракцию. Ну, он же как бы от них типа избрался. Тогда я не знаю, как они его будут выгонять. Разве что они не примут это заявление. Нет, понимаешь? То есть они будут... Либо покаяние, да? Мало того, мы тебя сняли. То есть блудный сын должен приползти попросить прощения. То есть они хотят его унизить. Ну, то есть, это, 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 уже, это уже такая личная, видо, что это уже такая личная история для Зеленского. То есть наказание Разумкова. Хотя на самом деле наказание за что? Разумков, по большому счету, за то, что он следовал регламенту, да, в принципе, за, да. То, что он думал а не, не только там, на один электоральный цикл, а то, что мы к вам, профессор, и вот по какому поводу, условно, эта картина может да. с ним произойти после. То есть он как раз думает о своем будущем. И, в принципе, я вчера тоже там выступал на ток-шоу. Лишать человека должности за то, что он просто следовал букве закона, это нонсенс. Да? И на самом деле мне будет интересно посмотреть обоснование его отставки потому что там же также прописаны моменты да за что его могут увольнять вот то что он отправлял закон об олигархах на экспертизу венецианской комиссии точно не вписывается <с>, с точки зрения регламента Верховной Рады как причина ну, такой я, отставки. Я думаю, что самое интересное будет то, что он скажет в своем прощальном слове, потому что многие ждут там политического заявления, как он переведет в оппозицию, как, как он перейдет в оппозицию, в каком качестве, как, какую он позицию обозначит. Вот я думаю, что это будет очень важное заявление со стороны Разумкова, потому что оно обозначит его перспективу, как он будет играть. Но я вер... возвращаюсь к тому, что ты говорил, что это лопабелает вот сейчас ситуацию напоминает э, в ребелах ялуковича 2012 года после евро 12 и я с тобой соглашусь здесь еще в каком аспекте в экономическом потому что если мы вспомним те времена то тогда экономическая конъюнктура вдруг начала ухудшаться особенно в 2013 году когда там цены на металл упали доходы дохода отчели падка на негативная платежная сальда плюс россия начала 13... торговую войну блокировать экспорт да, минус 13 ярдов была негативная платежная сальда торгового баланса Сейчас из-за того, что пошла цена на газ огромная, то фактически, если это ну, цена там на уровне тысячи долларов будет продолжаться, то мы только за газ должны будем каждый каждый год платить там 10-13 миллиардов долларов как бы там, да? и для экономики это ничего ну, ничем хорошим нечревато. Поэтому вот создается действительно очень похожий фон и в экономике, и в политическом плане. И в связи с этим, конечно же, ну, вопрос, как они будут проходить там, сейчас отопительный сезон, как будут, как, как будут хеджировать вот эти все различные конфликтные ситуации, которые появляются, потому что, ну, там, э, да, его электора там, допустим, доволен, но социальные группы э, связывают это с бизнесом тем же самым, то что то, что сейчас происходит там, в связи с э, обозначением бенефициаров, там они весь бизнес застали до 11 числа внести их, этих бенефициаров, хотя все это в базе данных у государства есть, и ну, многие просто в бешенстве там, да, вот, поэтому ну, интересная ситуация, конечно, складывается и мне кажется, от зимы очень многое зависит, как они будут проходить зиму. Вот там сегодня я писал пост о том, что Нафтогаз решил вопрос. Ну, как решил? Они предъявили схему о том, что берут, заставили тех поставщиков, которые поставляют газ населению, чтобы они продавали там с низкой маржой этот газ, не продавали его на сторону, и, 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 тем самым они пытаются сохранить низкую цену на газ за счет газа внутренней добычи. И, и ну, насколько им удастся это продержать, в принципе, зависит вообще, как мы пройдем там этот, этот отопительный сезон. Вот я думаю, именно в связи с этим то, на что я обратил внимание в да, его пресс-конференции в Трусковце. Вот он и посылал сигналы Путину о желании встретиться тет-а-тет. -а -тет. Угу. Потому что он, безусловно, понимает, что если будут серьезные морозы, если эта цена продержится еще хотя бы несколько месяцев, то... Украинской промышленности, да наступит конец, они это не переживут. Если там ведущие начинаются постоянно все больше европейских предприятий, да, не готовы платить такую цену за газ и останавливаться, у которых нет долгосрочных контрактов, то безусловно для украинской промышленности это будет серьезнейший удар вот. При, как пример, да, припортовый завод также да, да, остановил да. свое производство, потому что не могут такую цену, подобная высокая цена делает их продукцию нерентабельной. И, конечно, ему это понимает, и он понимает, что даже этот эффект от закона об олигархах, ну, он может продержаться там месяц с небольшим, если его растянуть, да, там, если там делать там инфоповоды, как там Ахметов начал больше платить там за руду, хотя там тоже уже переигрывают уже совсем не те надбавки, которые были изначально. Плюс цена на руду рухнула. Плюс цена на руду рухнула. На да, это может, не может, это априори там, сокращение в бюджет притока и валюты в целом. Поэтому, конечно, я бы так сказал, этот отопительный сезон может стать рубиконом для Зеленского, для нефтегаза. Как они перезимуют, будет во многом зависит э, его политическое будущее да и многие же говорили о том что, кстати, одна из причин э, возможных э, отставки Разумкова да, от, от власти, мы как ты знаешь, еще с весны, ну, в начале весны это были еще инсайды, да, что активно муссируется тема досрочных президентских выборов как способ да. продлить э, пребывание э, Зеленского на президентском посту. Естественно, там, э, если такое решение не примут, э, то на время, там, как минимум, там, избирательной кампании полномочия президента переходит к кому? Спикеру. Спикеру Верховной Ради А Разумков э, показал себя как ненадежный. Там, естественно, нужен будет э, человек, э, который будет выполнять беспрекословно. Вот Стефанчук э, этот тест-драйв ну, Мне кажется, э, они прошел. немножко время упустили, потому что это уже было делать раньше. И... Они упустили для этой осени, потому что mm. говорили, да, что это будет, тему будут закидывать осенью. Но вот как бы все эти моменты, ситуации там, на внешней э, арене там, с Америкой, да, везде там Афганистан кризис газовый все это как минимум отложили и безусловно ему необходимо было под такое решение, как раз этот закон об олигархах, он тоже немного затянулся, и по причине того же Разумкова, который затягивал с процедурой, понятно, что эту осень они уже пропустили, но если этот план остается актуальным на весну, то, безусловно, его актуальность следующей весной может слишком снизиться. Я бы так сказал. И еще важный момент ⁇ это то, что вот эта прохлада, которая появилась в отношении к Западу, и ну, Запад, просто и Штаты, и Европа оказались сейчас провалены в свои проблемы. И, ну, Европа сейчас вообще вот из-за этих высоких цен на газ, она там в полушоковом состоянии, судорожно думает, как это решить. Штаты тоже в своем внутреннем кризисе и Афганистан это все показал. И э, у, у Зеленского, как бы, возникает, ну он понял, что то, на что они там рассчитывали, его, он и его команда, там, помощь, какая-то от Запада, она в таком масштабе не будет или вообще невозможно. И поэтому они начинают думать, как, вот, как, как решать вопросы устойчивости. И будет, продолжая его линию по Путину, будет эстернизация украинской внешней политики. То есть они будут искать какие-то возможности договориться либо с россиянами, либо там, с китайцами будут договориться. Ну, они с китайцами с уже пытаются там, диверсифицировать. Да? Тем более китайцы э, да. дают кредиты намного, под более я бы так сказал, мягкие условия, да, их требования по кредитам с точки зрения как минимум коррупционной составляющей. Я помню, смотрел как раз э, 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 инфографику э, китайских инвестиций, да, и там такая закономерность, чем более коррумпирована страна, тем больше там э, китайских кредитов. Китайцы, безусловно, преследуют свои цели, но... Вот э, такие режимы, которые думают, где взять сегодня деньги, да, э, заткнуть какие-то дыры плюс э, получить там коррупционную ренту это огромное поле деятельности для Китая, тем более здесь еще остается очень много интересных активов для Китая и логистических в том числе. Будут зондировать почву, да, и в принципе, если будут проблемы с отопительным сезоном, цены будут так оставаться столь же высокими, я думаю, даже это может в определенной степени поспособствовать с точки зрения общественного мнения, поддержки, да, чтобы э, те препятствия для прямых переговоров с Путиным э, были сняты, и они могут этому э, также э, поспособствовать. Окей, okay, на этом заканчиваю, потому что уже следующий год подошел. Спасибо тебе за вываженную оценку системную. И до новых встреч. Пока.